Нормально, блядь, наш, наш, нас хотят... Расходимся, расходимся. Точка невозврата пройдена. Это ж понимаешь. Ну, я на центр пойду. Я налево. Я направо. Возьму британцев по приколу. Я тоже хотел попробовать. А что такое? Давайте я возьму британцев тоже. Да, а давай себе датская коалиция. Королева, блядь. Потому что, ну, за немцев на той неделе вся немецкая была, на сегодня на французах. В принципе, если особо сильно не впрягаться, нормально танк играется. Только вы если вертики будете брать, десантные или вы горите, чтобы не ебануться там всем троим. Ну, за них 3 ВДВ пойдут. Так. Ну, у нас есть эти фосфорные снаряды. Так, я буду брать вертушку. Кто-то еще будет брать? Так, да, я возьму вертушку. Давай, я вылетаю. Вылетел? Да. Аккуратно, не врежься. Так, я снайперов тащу сразу же. Или нет? Стреляй, давай. Понял. Неудачная высадка получилась. Они на общих играют, что ли? Да, они на общих играют. Оу. Лол. Ай-яй-яй, бэху нечем остановить. Дим, как тебе заезд в бэхе возможно? А варьер не пробивает бэху, что ли? А, не авиацию. Пустев, что ли? Я не хуели, я тебя потащу. Блин, а что по мистралю? По мистралю виделся. Казаха тоже тащит. Казаха есть. Так вот. У них шилка есть. Что-то.
Ready for orders. Signals reading him. Go ahead. Я сбил, он там вверху. Че ты сделал? Мегатрон такой дорогой. Такой бесполезный, но такой дорогой. Дорогой, потому что редкий. Не берите точки, пусть поиграют. Подольше на гадце поиграют. Я мистраль тащу. Стёпа, Стёпа. Авиейшн. Я почти его добил. Сейчас поставь паузу, пусть пролагается. Секунду. Второй заход. Блин. Я его сейчас собью. Запускай. Они все на авиацию пошли? Чё, откуда ничего секунду. Не говорю? Блять, а где я нахуй паузу? Не могу найти. Чё, серьёзно? Спи. Просто там максимально все по решетилу. Главное, что не на меня упал. Спасибо. Упал именно на меня. А вот что у нас Апач будет через 8 минут. Лицом и... дай хочешь строить? Отдайте им точки. Ну я свою не отбиваю. А у меня вообще никто не атакует. Карта маленькая, зря они тут авиацию взяли. Лучше порту уже брали. Сейчас еще одного момента. Меня пробуют отобрать. Ты пусть забирает точку. Они даже не на точку идут. Все, у меня отобрали. Thank you.
Налево летит вертолет. Я сюда не ставлю, Я сейчас просто как бы... У меня ми 28. Я 52 где-то еще. Я не знаю, как его сбили, с чего. Что за? Strange. Nobody told us about it. У меня через минуту экзактор будет. Ты зачем он нужен? Танков-то нет. Опять жду. А то у них есть авиация, у нас нет. Это рядом. Может, у меня Аякс на самом уничтожении был? Что-то там пробует, здесь. Там не налазит. Тебе пуск. Надо шилку какую-нибудь купить. Или гепард. А че, шилку можно еще купить? И на че не видно, как всегда? Что радар? Лол, они разбились. Я сам себя сбил. Что он сделал, я не понял тоже. Он себя в тур запустил. А где шилка? Гепард, я гепард не делал. У них пехот подъехал. Целый урон. Решили мне 2.40. А где кот вообще? Я что-то вообще не вижу. Может, копит навязку еще. Лечит вертушка. Направо. 50 секунд до Апача. Или на меня, либо налево. Еще с точкой. Что-то да.
Давайте на время 3 апачи возьмем и будем типа карусели. Давай. У меня через 10. А, у вас также через 10. У меня очков не хватает. А сколько очков? У меня почти 200, а он стоит 340. Ну, давайте, давайте подождем, просто... подождем. Когда у тебя будет, тогда возьмем. У меня сейчас 380, нормально. Ты только скажи, что когда будешь выбирать, то лучше. Окей. То мы там втроем спалимся. У меня ехать выбили, а что это? Мидрос 18. Уходи, дымись, у тебя дыма сейчас есть, дымись. Не успею. Он сейчас садится, будет отказывать. Сколько тебе до патча осталось? Ну, сейчас гляну. 64 очка. Оно сливается. Доносы. А нет, что-то здесь выглядит. А, сейчас нет. По мистраль прожми, чтобы атаковать. У меня есть мистраль. Я он далеко от меня. Все, упал. Что кот делает? Ай-яй-яй, под РПГ подставил. Речка осталась. Сколько? 34? Угу. Нарушение работы несущего винта. О, не наступает. У меня уже 500 очков. 20. Предлагаю через центр. Давай. Давай через центр. Так, все, могу брать. Уровнем, ой, сначала Санчес, потом Аск, потом я. Все, полетели. Так, через сколько ты можешь взять Аск? Да. Все, я вызываю. Теперь давай. Ой, я. Давайте вы по бокам, кто слева, кто справа, так красиво кидается. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. О, здесь котик, вы умрёшь здесь. Вот приехал. Ты заходом. А с чё ты разворачиваешься вперёд? Да респай. А я это... пехоту защищал. Пожар двигателя. Не, ну, посад. Я пилот ранен. А, все.
Ну, им явно понравилось. Это обрезная пачка. Ламировки получше. Мы для баланса срезали этот с радарами. А так вообще у британцев с радарами нет. Я буквально дня 3 назад, наверное, вживую видел. Пролетал метров 80 над домом. У них учения были? И именно британские были. Разумеем. Асус, а знаешь, чем британский лучше американского точно? Не в курсе. В движках. Они мощнее. И свои. У американского 1500 идет на сторону, у британского 2100. Если я не ошибаюсь, вообще у британцев так-то двигатели практически весь мир покупал. Не, ну вертолет американский, а двигатели они... Не, я просто... Активные двигатели. Вот Советский Союз же так же покупал для МИГов двигатели. Ну стреляй, блядь. Оказывается, никого же не будет. Я хз. Ща их пойду слева у нас пролет какой-то. А вот. О, я не видел его даже. Откат своего двигателя. Вертушку можно захватить. Сильно не сгорит, конечно. Уже все. Давай я вообще сегодня грузовую посвечу тебе. Давай. Далеко-то не выезжай. Да не, я просто чтоб не выбили с РПГ. Пол.
Ой, лол, там еще одна. Вроде всех он убил. Летит еще. Вертушка. К-52, по-моему, либо 28-й. Значит, точку-то. О! Ну, стреляй, что ты тупишь? Чувак, по 40 столкнулись. Кстати, бах какой-то, понял, техника полностью не вычинивается. Вот, транспорт отремонтирован, а двигло при этом сломано. Может, просто не может починить будет. А за чего это может зависеть? Где? Он может не может вылезти просто. Не, он вылазит. Знаю, что у тебя. Лол. Сын урезал, что с этим. Слышишь, я все понимаю, но хотя бы точку хотят слишком быстрочки тебе. А, мне козыркашки поубили. Я в меди срез. Кого? Там метис с вертушки не видал. А, с экипажа можно с верта скинуть метис. Из общих? Да. Ну, если еще можете из британской бригады, то сказывайте из британской бригады. И... Да, и мне передай. Это дюртушка лечит. Может, на время отожмем какую-нибудь точку? Вот, видишь, сам собрал. Все, упал. Забирай на респе. Да, вижу. Это уже второй. Там опять бардак едет. Эх, промазал. Вам пехота нужна? Да нет. Странный какой-то бардак. Нарисованный сначала одним цветом, потом зеленый становится. Ну, просто X модели нету, у него новая, я модель поменял.
качеством получше, та, которая сейчас есть. Яростное наступление тут у нас. Пехота приехала. Мы уже готовы к атаке. Давай, ой, ну портировал лайф, так приближается. Ну, меня это бота. И пар. Там еще един арен. Вчера тебя повел. Так, забирай, она пустая. Так, готовим новый дарит варьер. А, там техно. Санчо, захвати эту уже точку. По высоте выйдите. Ладно, я сейчас центральную еще отберу. Все два не языка, мне же намного лучше. Они не знают просто. Чё он делает? Сейчас повторю. Где-то Гэйс появился. Значит, кстати, а экзактор есть? Он сел, я спайка кину, по нему. Что, экзактор? Да. Где-то. Ну, ебан. Так бы сейчас красиво было. Цикровен. Цикам. Цикровен. Ну и где-то агрессия. А где-то здесь. Ты сейчас бы пыла подойдет. Где-то. Я сейчас вот этот. Да.
Где-то миномет. Купите его еще. О, мы опять проигрываем. О, вставай здесь, я прям все тоже свой ярко. Черт, секунду. Ой, АГС, ребят, стреляет. О, вот он. Санчи, сможешь зигзаг-то убить его? Я ДД. А? ДД? Готов атаковать? Да. Теперь это наш минимум. Уходим обратно. Надо эту точку захватить. Пушка еще летит, кстати. Ну да, блин, баб не стали купить. Блин, стрел в арьере твоем. Че курит, что ракета не попадает? Нам БК умерла. У тебя что, козырька нет? Есть, только недалеко. Блин, опять подбили. Который может захватить. Я тебя передал. Ну пока они добегут. Смотрите, они моего пацана не увидели. Вот,
подойди ко мне. Вот так есть чем накрыть. Я их так смогу уже через толсточку. Ой, нас точка отбивает. Чего ж ты так тупишь, ёпта? У меня сейчас джавелинчики придут, я выйду. А у меня тоже есть, только они что-то не стреляют. Сейчас дожму обратно. Ой-ой-ой, надо чем-то ГС убить. А мне экзактором подходит. О, про ракеты шли. Да нет, просто тут. Надо осветить, куда он сядет. А? Вот тут он. Что она уже шла? Держи метку. Сейчас я прям подбегу на ему. Вот он. Вертолет. К-52. Нет, а, это у тебя. Блин, не догоняю, ёпты. Точки отдаю. Это надо захватить. Центр. Я захвачу. Сейчас забыл, что. Сейчас. Отъезжает машинка. Давай, я троллю.
Попал ни один из этих местов. Ты прилетел с моря. Один выстрел, минус три. Соболезную. Пустил по карту. Připraven. 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 Wow. Very
Ой, я ГС ожил. Ой, я не знаю, где-то здесь. Надо подавить бы точку от мод. Ну где-то вот здесь, я думаю, он где-то. Вот он. Надо отхватить точку, сейчас в центре подъедет. Бля, на туре. Я могу слева захватить. Захвати. Захвати. Что это на почему вырезали ракеты с этим инфракрасным? По идее больше шансов. ХФР в него просто пусти и все. Да я в курсе. Просто же надо поймать еще его. Ой, козырька вылетела.
Nemůžu střílet, nemám náboje. To je složné, to je.